Пятничное утро началось со снега. После обеда он пошел уже с дождем. Температура близится к нулю. Такова погода на конец октября в Казани. В настоящее время на нас оказывает влияние скандинавский циклон. Именно поэтому у нас завтра уже потеплеет значительно. И вот это вот сегодняшние осадки, по сути дела, они были обречены на то, чтобы растаять и не сформировать даже временный снежный покров. Первый снег является предвестником зимы, правда, она придет лишь в конце ноября. Погода в декабре и январе ожидается в пределах нормы, а вот февраль и март ожидаются теплыми. Ну а пока что казанцев будут поджидать температурные качели. Температура может переходить как нулевую отметку в сторону отрицательных температур, и в случае, если будут наблюдаться осадки и вот такие вот переходы через ноль, это формирует благоприятные условия для возникновения гололедицы, такого опасного явления на дорогах. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.